В эфире РБК УФА. Мы вещаем из отеля «Шаратон». Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости к этому часу. Перенос ввода. «Киллстройинвест» до конца года планирует сдать 11 тысяч квадратных метров в Миловском парке. Ранее дольщики забили тревогу. Развитие сельхозхимии. В Уфе проходит всероссийский семинар по биомикроудобрениям. И подогнать нормативы при изменении законодательства глава региона Рустем Хамитов сможет войти в совет директоров «Башнефти». Изменения в федеральный закон об участии в долевом строительстве относительно страхования гражданской ответственности застройщика, а также отзыв Центробанком лицензии у страховых компаний внесли свои коррективы в работу строительных компаний. Об этом телеканалу РБК УФА заявило руководство компании «Киллстройинвест», которая занимается возведением Миловского парка. Малоэтажный жилой комплекс общей площадью 550 тысяч квадратных метров возводится на 206 гектарах, арендованных у Фонда развития жилищного строительства. Приоритет отдан строительству квартир эконом-класса. Ранее дольщики Миловского парка забили тревогу из-за переноса сроков ввода в эксплуатацию жилья. Мы с семьей приобрели квартиру в конце 2014 года. Обещали нам сдать квартиру 31 декабря 2015. Не просто ввести в эксплуатацию, а что мы сможем заехать и там уже жить. Сейчас дом у нас стоит не обшит. Он достроен, но не обшит. Внутри работы не проведены. Претензии к «Киллстройинвесту» ранее также предъявило агентство по ипотечному жилищному кредитованию, направив иск в арбитражный суд Москвы. По материалам дела АИЖК добивается погашение задолженности застройщика в размере 9 миллионов рублей. С претензией АИЖК работают юристы. Это значит, правопреемником фонда стал АИЖК. На сегодняшний день 10-й квартал. В частности, дом номер 2, дом номер 3. Работают строители в ускоренном темпе. Прибавили мощностей, сил непосредственно, чтобы сдать данные дома. В этом году «Киллстройинвест» сдал в эксплуатацию свыше 14 тысяч квадратных метров жилья. К концу декабря планируется обеспечить ввод еще 11 тысяч квадратов. Редакция телеканала РБК УФА продолжает следить за ситуацией вокруг Миловского парка. Республика Башкортостан входит в число регионов-лидеров в стране по производству и применению биопрепаратов в агропромышленном комплексе. Такие данные озвучили на всероссийском семинаре по биомикроудобрениям, который проходит в Уфе. В Башкортостане более 60% продукции АПК производят личные подсобные хозяйства, оставшиеся 40% – крупные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства. В планах властей региона нарастить долю крупных предприятий и фермеров до 60%. Семинар поможет обобщить опыт республиканских предприятий и производителей биоудобрений, в частности, компаний «Вашинком», «Биомедхим» и других, а также распространить его в субъектах. В «Вашинкоме» люди, которые профессионалы, и у них сегодня, насколько я понимаю, товарооборот составляет около 800 миллионов рублей. То есть они продают свою органику всем другим территориям вот в таком объеме. Это хороший показатель. Хороший показатель. Вот сегодня сейчас говорит Россельхозцентр, у них нет таких, конечно, оборотов, и поэтому департамент растениеводства принял решение именно, чтобы службы Россельхозцентра приехали сюда, посмотрели производство, изучили опыт работы и также наращивали свое производство. Сейчас на прямую связь со студией РБК УФА выходит начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башкомснабанка Азат Амиров. Азат, здравствуйте, тебе слово. Добрый день, Кирилл. Сегодня, как и в предыдущие дни, рубль продолжает укрепляться против доллара и евро. Доллар к рублю торгуется уже по 61. Евро торгуется на отметке 64,80. Наша валюта торгуется на своих многомесячных максимумах. Все это происходит на фоне нефти, которая сейчас в моменте дорожает на 0,6%. Бренд торгуется по 56,06, лайт по 53,13. Несмотря на дорогую нефть, российские фондовые индексы не отвечают адекватным ростом. Сегодня МВБ, напротив, снижается на 14%, РТС снижается на 0,08%. Здесь мы видим, что, в принципе, все готово к коррекции. Завтрашнее решение ФРС по учетной ставке может стать тем сигналом, который развернет продажи на российском рынке.
рынке. Акции «Башнефти» торгуются без внятной тенденции, обыкновенно практически без дней, 3550 рублей. Привилегированные дорожают на 0,2%, торги идут на отметке 1338 рублей. Кирилл? Да, за спасибо за актуальную информацию. Это был наш постоянный эксперт Азат Амиров. Региональный парламент внесен проект поправок в закон о главе Республики Башкортостан, который позволит ему войти в состав Совета директоров Башнефти. Напомню, что соответствующее предложение Рустем Хамитов получил от Игоря Сечина после приобретения Башнефти Роснефтью в октябре. По замыслу авторов поправок, действующий закон о главе Республики Башкортостан дополнят новым пунктом, который оставит право главе региона по собственной инициативе участвовать в управлении хозяйствующими субъектами. Как пишет издание «Коммерсант», в первом чтении поправки будут рассмотрены уже в этом году. Нынешняя редакция закона оставляет главе региона право осуществлять такую деятельность, если она поручается им федеральным или местным законом. Отмечу, что сейчас республику, которая владеет блок-пакетом акций Башнефти, в совете компании представляют премьер-министр правительства Рустем Марданов и его заместитель Евгений Гурьев. К этому часу вся информация. Оставайтесь с РБК.